Ну вот, что я могу сказать? Это была обманка. Дорога хорошая. Я только немножко проехал. Там был пост, написано ДАИ. ДАИ. Вот. И началась такая же трясогушка, как и в России. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Вон, смотрите, какая дорога. Вот это да. Вот, хорошо. Короче, ой, блин, когда же я на платную-то дорогу выеду? Я даже и не знаю. Вон, ну что это творится? Ну что это творится? Блин, ну это вообще кошмар. О, Господи. Ну ладно. Что теперь сделать? Блин, и как будет дальше? Я тоже опять не знаю, как будет дальше дорога. Кошмар, короче. Белоруссию проскочили, сейчас, вернее, Белоруссию заскочили, теперь мы будем ехать до самой границы Гродно, там это самая белорусско-польская граница на Кузнице, по-моему, так или что-то не помню. Ну, в общем, короче, когда будут подъезжать, еще сниму там маленький ролик, скажу, покажу, там заправлюсь. Ну, всем пока, скоро будем дома.